мороз. Не понимаю, при чем тут пыль и мороз? У этой машины совсем другое назначение. Здрасте! Пока эта ваша умница установит помещение, она еще столько времени проваляется во дворе. Это вы учитываете? Не может быть. К сожалению, может. Так на Гаврилов-Посадском молокозаводе Ивановской области в 1976 году смонтировано и 3 года простояло вхолостую линия по производству масла стоимостью в 21 тысячу рублей. На Андижанском молокозаводе с 1976 года томится в ожидании пуска агрегат для выпечки вафель стоимостью в 50 тысяч рублей. А на Барнаульском молокозаводе с 1977 года стоит неподвижно линия мороженого стоимостью в 76 тысяч рублей. Вода. Без нее невозможна жизнь на земле. Воды вот этой реки Кубани используют 2 министерства. Министерство мелиорации и Министерство рыбного хозяйства. Мелиораторы построили водозаборные станции, прорыли каналы, по которым миллионы кубометров воды идут на орошение рисовых полей. Без этого рис не вырастешь. Но в этой же реке должна водиться и рыба. И Министерство рыбного хозяйства на своих заводах выращивает рыбную молоть, чтобы восполнить изрядно оскудевший ее запас. Труд многих людей, миллионы рублей, затрачивается на то, чтобы вырастить мальков. Но ведь их выпускают сюда же, в Кубань, откуда мелиораторы берут воду. Не попадут ли мальки вместе с водой на рисовые поля? Во всех проектах, предусматривающих забор воды из рыбохозяйственных объектов, в обязательном порядке имеется рыбозаградитель. Назначение его — предупредить попадание молоди в водохозяйственную систему. Уточним, правильно ли мы поняли слова заместителя министра мелиорации товарища Штепы. Итак, все водозаборы оборудованы заградителями. В основном все водозаборы, которые требуют рыбозащитных мероприятий, они оборудованы. Прекрасно. Давайте ознакомимся с работой рыбозаградителей вот здесь, на Кубани. На одной из крупнейших рыбных систем Петровско-Анастасиевской. Я работаю 15 лет, и о рыбозаградителях идут только одни разговоры, а делов, собственно говоря, никаких нет. Рыбозаградители не строятся. Это говорит рабочий оросительной системы. А вот компетентная справка начальника главрыбвода товарища Никонорова. Органами рыбоохраны учтено 25 тысяч водозаборных сооружений различного назначения. Из них только 10 тысяч водозаборов оборудовано рыбозащитными сооружениями. Выходит, товарищ Штепа, вы нас, мягко говоря, ввели в заблуждение. А проще говоря, обманули. А теперь познакомимся, как работают рыбозащитные сооружения там, где они есть. Молоть рыб, заходящая в реку Кубань и проходящая через эти вакуумные установки, выходит из этих установок в травмированном виде. Отсутствует чешуя, хвостовой отдел травмирован и фактически выходит вся голая и попадает уже в реку Кубань в нежизнеспособном состоянии. Молоть осетровых также остается на этих рыбозаградительных металлических сетках и также погибает. Я занимаюсь эксплуатацией этой установки. Могу сказать, что сконструирована она и выполнена ужасно. И нормально эксплуатировать ее никак нельзя. Почему? Да гибнет рыба. Гибнет рыба. Гибнет всюду, проходя через рыбозаградители, которые в народе называют рыбозагубителями. А там, где их нет, рыба вместе с водой попадает на рисовые поля и тоже гибнет. На полях, в руслах пересохших каналов, в дюкерных колодцах. По данным главрыбвода, только в 8 бассейновых управлениях из 41 ежегодно теряется рыбы на многие миллионы рублей. Вот к каким последствиям приводит подобная бесхозяйственность. Вероятно, это понимают
все ответственные работники Министерства мелиорации. К сожалению, не все. Да, в частности, и вы, товарищ Штепа. Вот поэтому безобразия продолжаются. Тимофеевич! Да? Я сегодня первую получку получил. Обмыть тогда? Нет. У нас с этим давно покончено, дорогой. Как так? Очень просто. Мы решили с каждой зарплаты подарки семье покупать. Вот и ты купи, Женя, духи Кармен. Да ну еще духи. Вот это сыну. Ты бы мечтай о какой-нибудь игрушке. Вот купи велосипед. С первого класса, конечно. Да вон магазин-то. Иди, купи. Знаешь что? Пойдем вместе. А то ты передумаешь. Тимофеевич, вы мне не бросайте. Понимаете? Ну, стыдно домой возвращаться. Трезвый-то еще с велосипедом. Ладно, провожу. Может, взять все-таки пол-литра? Ну, первая получка не обмытая. Я тебя обмою. Ух, я тебя обмою. Вон цветы. Продают. Купи лучше жене букетик. Купи. Да цветы-то и зачем? Купи. Купи. Пап, это мне? Тебе, тебе. Это тебе. Ой. Ну ладно. Перестань. Я ж не нарочно, я ж не хотел. Спасибо вам, Тимофей Ильич. Мы вам так благодарны. Ну что вы, не стоит. Я сейчас. Вот видишь, без забывания получки-то можно обойтись? И семья рада, и тебе приятно. Ну а как же? А сын-то, смотри, в восторге прямо. Ну так, с первого класса конючил. Крепкая машина. Крепкая. Крепкая. И скорость хорошая. Скорость хорошая. Хорошая. Скоро вернется. Да. А куда он поехал-то? А я его в магазин за пол-литра послала. Но надо же покупку-то обмыть.